поводу западной конференции все намного интереснее. Здесь на два оставшихся места плей-офф претендуют целых три команды. Это Даллас, Феникс и Мемфис. Что касается Далласа, то у них осталось две игры. Как раз с Фениксом и с Мемфисом, что интересно. Более того, у Мемфиса и у Феникса тоже игры между собой. Плюс еще по одной игре с уже немотивированными Сакраменто и Лейкерс, соответственно. Может так получиться, что все три команды наберут по 49 побед, тогда в силу вступят дополнительные показатели. В первую очередь будут учитываться личные встречи, а по личным встречам преимущество будет на стороне Далласа и Мемфиса. Поэтому сегодняшнее противостояние Далласа и Феникса приобретает в первую очередь для гостей ключевое значение. Потому что в случае победы Далласа они уже автоматически досрочно выходят в плей-офф, а Феникс очень сильно себе задачу выхода усложнит. Даже две победы над Сакраменто и Мемфисом практически не дадут Фениксу никаких шансов. Лидер Феникса Горан Драгич, который пропустил сегодняшний важнейший матч против Сан-Антонио, может не выйти на площадку и в игре против Далласа в связи с травмой левого голеностопа. Мой прогноз, что в плей-офф от Западной конференции выйдут Даллас и Мемфис.